Проклятая остальная челюсть. Ненавижу передвигаться таким идиотским способом. В следующий раз поеду, как все нормальные люди, точнее вампиры, на поезде. Так, ну посмотрим, куда меня занесло на этот раз. Геленджик. Геленджик, какое идиотское название. Ну, Геленджик. Так Геленджик, я думаю, не самое плохое место для проведения отпуска моего первого отпуска за последние 1000 лет. Наконец-то я смогу отдохнуть от всей этой суеты, от этого бесконечного сосания, расслабиться на пляже со стаканчиком кровавой Мэри и в конце концов загореть как следует, а то этот бледно-розовый цвет кожи мне уже, честно говоря, поднадоел. Так, пойду пообщаюсь с местными жителями по поводу жилья. Разрешите представиться, меня зовут граф Дракула. Вы случайно местечко не сдаете? Сука, какой большой кол. Видимо, я слишком популярен для Геленджика.